Более полумиллиона туристов побывали в Алматы за полгода. Привлечь такое количество отдыхающих удалось за счет создания комфортных условий, развития туристской инфраструктуры и строительства бизнес-объектов. Сегодня, в преддверии Дня города, открыли новую гостиницу международного уровня. Аким города Бакыджан Сагентаев отметил, что объект окажет положительное влияние на улучшение сферы туризма. Туризм – один из драйверов экономики мегаполиса, и этой сфере уделяется особое внимание. Создаются условия для комфортного пребывания гостей из зарубежья, развития внутреннего туризма. Согласно статданным, за последние полгода Алматы посетили больше полумиллиона туристов. Интерес к нашему городу растет с каждым годом, поэтому строительство современных отелей в приоритете. Открытие гостиницы Holiday Inn позволит увеличить количество номерного фонда в городе. На текущее время количество номерного фонда в городе Алматы составляет 11,2 тысячи номеров. Вот. А свою работу в данном направлении по продвижению города Алматы на международном рынке и на рынке внутреннего туризма мы продолжаем. Британская сеть гостиниц компании Intercontinental Group – одна из крупнейших в мире. В нее входят больше 1000 отелей и около 200 тысяч арендуемых номеров в разных странах. Их объединяет простой интерьер, удобный для семейного отдыха и доступный для путешественников. Сегодня гостиница международного уровня распахнула двери и в Алматы. Для наших гостей мы оснастили специальный бизнес-центр, где человек может прийти, сесть за компьютер, поработать и также распечатать все, что ему необходимо. Это все у нас абсолютно бесплатно. Имеем 3 конференц-зала для проведения встреч, совещаний. Он находится у нас на 2-м этаже. И также для удобства, чтобы проводить кофе-брейки, бизнес-ланчи, там имеется отдельный ресторан. В отеле 184 номера. Стильные и просторные жилые помещения располагают к отдыху после насыщенного деловыми встречами или экскурсиями дня. Цена за номер от 27 тысяч тенге приятно удивить доступностью любого гостя мегаполиса. В гостинице предусмотрели и номер для людей с ограниченными возможностями. Здесь достаточно свободное пространство, которое позволяет без труда перемещаться на коляске. Санузел, помимо душа и туалета, оборудован поручнями, а для экстренного вызова помощи здесь установили специальную кнопку. В перспективный проект инвестировано больше 4 миллиардов тенге, созданы 50 рабочих мест. В целом в городе проводится комплексная работа по развитию туризма. Открываются отели и хостелы, создана система навигации по городу, удобные маршруты в горах с визит-центрами, кемпингами и тропами. В приоритете безопасность туристов. Айдана Нураш, Нурбол Абдикаримов, телеканал Алматы.